Всем привет, дорогие друзья! С вами снова фэшн-иллюстратор Лещенко Ольга и школа Лекофиш School. Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию 4 типа лица. Это лица, они достаточно интересные, необычные, и мы их будем составлять из геометрических фигур. Ну что, дорогие друзья, поехали! Берем формат А4, любой простой карандаш, либо механический, и начинаем разрабатывать. Начинаем мы с двух кругов. Давайте я вам сейчас увеличу, чтобы вам было виднее. Два круга. Мы берем первый круг, рисуем очень легко, чтобы потом можно было стереть линии построения. И рисуем точно такой же, стараемся по пропорциям точно такой же круг внутри. Точнее, вот они как пересекаются. Дальше мы рисуем вертикальную линию профильную, чтобы у нас было симметричное лицо будущее. Также мы отступаем для шеи, это будет плечевой пояс. И рисуем уже такие наметки на шею. Теперь давайте соединим это все дело и посмотрим, что у нас получилось. Ни для кого не секрет, дорогие друзья, что существует несколько типов лица. Такие как круг, такие как треугольник, сердце, квадрат, трапециевидное лицо и овальная форма, к которой все стремятся, и визажисты в том числе с помощью косметики, тоже подводит к этой форме, к форме овала. Она считается самой идеальной. Но я хотела бы сегодня показать вам те типы лица, которые есть, которые существуют на планете Земля, и мы их сегодня будем с вами рисовать. Значит, это круглое лицо. Конечно, чаще всего встречается этот тип у девушек с фигурой яблока. Кому интересно, пишите в комментариях, я тогда сделаю отдельный мастер-класс и расскажу по типам фигур. Причем это не просто будет типы фигур, а еще с какими-то интересностями, которые вы просто не найдете в интернете. Пишите, дорогие друзья, обязательно комментируйте и делитесь моими видео со своими друзьями. Потому что ваша активность – это для меня оценка моей работы. Итак, я уже нашла глазки. Здесь я намечаю носик, и здесь у меня где-то будут губки. Все, линии построения сверху я уже могу убрать. Вот здесь, как вы уже помните, по бокам, там, где линия глаз, у нас примерно в том месте будут ушки. Конечно, я здесь рекомендую немного все-таки проработать контур лица, потому что, ну, чтобы это лицо было не мультяшным таким, не слишком уж смешным, мы все-таки подгоняем наше лицо под реальную жизнь. Поэтому мы рисуем здесь блоки ушей нашими ушками и стараемся уже произвести какие-то манипуляции, которые приведут уже к очень красивенькому, симпатичному личику. Потому что девушки бывают разные, действительно, и да и ребята тоже, понятно, люди разные, типы лица также бывают разными. Поэтому мы стараемся здесь на моих уроках изучить разные формы лиц и типы. Также есть еще расовая принадлежность. Кстати, кому интересно, я также могу сделать мастер-класс по отличию рас, например, афроамериканское лицо, в чем особенности, да, там есть пухлые губы, более широкий нос, это азиатское лицо, там, где более узкие глазки и так далее. В общем, пишите, дорогие друзья, буду очень рада для вас сделать подобный урок. Давайте мы здесь нарисуем красивые такие густые брови, и я вам покажу и докажу, что с абсолютно разным типом лица можно создать шикарную фэшн-иллюстрацию, и действительно это будет очень, как-то, знаете, индивидуально и не как у всех, потому что все рисуют такие милые личики, больше приближен к овалу, и ни для кого не секрет, что это действительно зайдет. Люди будут это смотреть с удовольствием, но вы представьте, что есть люди, которые действительно обладают вот какими-то нестандартными типами лица, квадратным, круглым, и вот что, их не рисовать и не уделять им внимания, ведь они же существуют, они также хороши, как и другие типы лица. Поэтому сейчас, кстати, входит в моду достаточно, вот я вижу, тенденция такая и в фэшн-индустрии, в журналах в том числе, когда у девушки абсолютно нестандартное лицо, либо оно круглое, либо с какими-то даже изъянами. Ну, в общем, все это мило и интересно. Так, давайте здесь я сделаю, например, какую-то такую челку. Значит, объем я делаю не слишком большим. Вот будет мое лицо, вот такое. И здесь я делаю затемнение, беру более мягкий карандаш. Очень хотелось бы
проработать, что я сейчас и делаю, для того, чтобы вам показать вот в реальности, насколько оно будет круто смотреться, лицо круглого типа в фэшн-иллюстрации в том числе. Так, здесь, наверное, ушки. Одно мы закроем ухо, второе ушко мы оставим, пусть будет так. И здесь уже можно разгуляться по полной. Как вы все знаете, по моим мастер-классам я рекомендую всегда вот здесь затемнять ближе к лицу, потому что очень хорошо выделяется, начинает работать само лицо. Волосы также старайтесь не слишком заглаживать, потому что в реальной жизни волосинки разные вылетают, ну, как бы создавая дополнительный объем. Здесь точно так же мы рисуем затемнение, и вуаля, мы получаем круглый тип лица, совершенно красивый, замечательный. И действительно фэшн. Можно здесь и закруглять на художественный лад. Ну, то есть тут уже, конечно, на ваше усмотрение, дорогие друзья. Также вы можете хорошо проработать линию плеча, линию ключиц, в общем, поиграться с какими-то деталями. Так, с этим все понятно. Можно дорабатывать его дальше, можно лоска добавлять. Ну, в общем, ясно. Теперь давайте перейдем вот к такому типу лица. Это, ну, можно сказать, такое суженное, очень узкое к низу, нестандартное, опять же. Значит, с помощью чего я делала это лицо? С помощью, опять же, того же круга. Беру не сильно мягкий карандаш, вот такого круга, и буквально вот такого длинного треугольника. Все это я соединила между собой вот такой профильной линией. И затем линию глаз. Все так же, только с разными, с другими фигурами геометрическими. Так, теперь мы снова находим на линии глаз глаза. Не забываем, промежуток примерно одинаковый здесь должен быть. Затем мы намечаем линию носа, линию губ. Значит так, теперь мы рисуем линию шеи. Получаем какого-то гуманоида, я с вами согласна. Но этот гуманоид очень даже неплохо будет смотреться в итоге. Так, здесь мы добавляем немного скул, потому что приближаем к естественному виду. Люди у нас разные, с разными типами лица, поэтому делаем фэшн-иллюстрацию и с такими типами, чтобы порадовать обладательниц абсолютно разных типов. Так, теперь мы можем здесь вот так сделать шею немножко как бы в бок. Дальше мы можем уже немножко стереть наши эти линии, которые мешают. Как только намечаете, сразу можете их уже убирать, потому что они действительно мешают дальше прорабатывать лицо. Можете здесь добавить характера и, допустим, сделать какие-то такие глазки-лисички. Вот. И таким образом начинающие фэшн-иллюстраторы, ну и в принципе те, кто уже давно работает, может определенно найти свой новый какой-то почерк и обновить, ну, то есть отойти от стандартов каких-то привычных, с которыми вы работаете, отойти от них, потому что, ну, не всегда нужно работать одинаково. Можно даже вдохнуть какое-то новое дыхание в ваши скетчи и работать именно вот с новыми лицами. Так, предлагаю здесь сделать вот такие вот губки и прорабатываем сразу скулы. Да, берем сразу мягкий карандашик. Здесь получается действительно такая нестандартная девчонка у нас с вами. Скулы можно прям завернуть аж сюда. Прорабатываем здесь тени для усиления контраста. И действительно мы уже получаем какую-то фэшн такую девчонку для обложки, например, журнала Vogue или Bazaar. Вот, можно здесь еще добавить характера подбородок, затемнить очень сильно губу. То есть вы можете во время вашего рисования уже сделать ей какой-то определенный характер. Либо прорисовать ноздри, носик, допустим, там носогубку. То есть это все даст характера. Например, можно сделать какие-то веснушки. Это тоже добавит характера вашей работе. Так, ну давайте подумаем, какую же прическу можно сюда внедрить. Но я не думаю, что хвостики сюда подойдут. Кстати, напишите в комментариях, какую бы вы сделали прическу для, ну, круглого типа лица, для вот такого треугольного. И я попробую сделать уже по вашим комментариям следующий мастер-класс. Так, я даже не знаю, давайте попробуем что-то нестандартное. Здесь у нас будет рост волос начинаться, тут у нас он продолжается. Можно, конечно,
оставить так, как есть. Абсолютно тоже прикольно будет, такая коротенькая. Но давайте сделаем, вот опять же, как я повторюсь, нестандартно. Так, как я бы, например, не сделала. То же самое, кстати, ребят, отходите от ваших каких-то стандартов иногда. Если вы еще в поиске своего почерка, если вы еще не определились, как вы хотели бы работать, с какой техникой. Вот. Но вот я, например, очень люблю графику, очень люблю контрастные образы в своих работах. И ну, это действительно меня прям заводит, мне очень нравится. Так, так как мы всегда приводим к овалу наши лица, поэтому рекомендую здесь сделать так. Ну, что бы здесь делать? Значит, здесь у нас интенсив очень слабый, а тут очень много. Поэтому давайте добавим прически и еще и сюда. Вот так. И мы тем самым уравновесим наш образ. Вы уже это можете сами видеть. Точно так же, как и в первом варианте с круглым типом лица, я предлагаю затемнять возле лица, независимо от материала. Это промаркер, либо карандаш. Это всегда работает на фэшн-скетче, на лице. Так, ну, в общем, получили. Здесь можно, допустим, какие-то круглые сережки ей дорисовать. Тоже уравновесит ее образ, сделает ее более таким фэшн, что ли. Так, дорогие друзья, теперь переходим к следующему типу. Не хотелось бы слишком много отнимать вашего времени, поэтому давайте, скорее всего, вот с таким поработаем, необычным типом лица. Я не знаю даже, как он называется, какой-то гуманоид. Ну, давайте попробуем все-таки. Думаю, что четвертый тип я по времени сейчас не успею и дорисую уже потом. Либо на ускоренном варианте. Значит, здесь у меня был квадрат. Опять берем более твердый карандаш. Здесь у меня был квадрат. А здесь у меня был прямоугольник. Ну, вот такая вот интересная, интересный такой тип лица. Кто знает, как он называется, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, ну, мне он пока ни на какой тип лица не похож. Так, делим, как обычно. У нас получилась вот такая странная геометрическая фигура. Давайте мы ее сразу соединим. Здесь у нас все-таки должна идти голова на скругление, такое хорошее скругление. Здесь у нас получается прям как череп даже, да? Вот. Но, или груша перевернута. В общем, напишите, пожалуйста, дорогие друзья, на что вам вот похожа эта форма головы и нравится ли вам она. Давайте из нее тоже сделаем конфетку, постараемся. Так, здесь у нас линия глаз, ищем тут глазки. Да, здесь я, конечно, бы все-таки линию глаз бы повысила, вот прям такие, так и сделала. Вот она у нас тут, а глаза я найду вот здесь, то есть выше. Ну, как бы логично так будет, так будет лучше. Нарисовали глазки, здесь наметили бровки, потом я уже характер найду бровей по ходу. Значит, убираем линии построения. Можете, пока не убрали, здесь наметить линию носа и линию губ. Ну и потом уже вычищайте свою работу для дальнейших деталей, проработки деталей. Конечно, старайтесь сделать ее все-таки не смешной, а наша задача сделать действительно красивое лицо с нестандартной формой. Так, здесь у нас уши, ушки, и давайте здесь уже закруглим все это дело на подбородочек, чтобы у нас он был таким симпатичным, милым, и поубираем все лишнее. Обязательно вытирайте линии вокруг глаз, чтобы они потом не создавали лишнего, ну, лишних теней, которые добавят возраста. Итак, у нас здесь будет шея. Ну, вот такие, например, фэшн-иллюстрации с более нестандартным, да, видом. Они, конечно, подойдут, допустим, для каких-то, ну, реально крутых, интересных иллюстраций, которые можно опубликовать, ну, на тему, например, актуальную тему мира, не знаю, там, болезни, эпидемии. Потому что такой вот, ну, такая форма лица, головы, она усилит тему и больше будет передавать эмоционального посыла для определенной, ну, темы, допустим, да. Поэтому рекомендую также пользоваться с разных сторон, наносить тени. Вот, например, здесь я нанесла везде, здесь я только с этой стороны, да, с внешних уголков глаза нанесла тени, а здесь я хочу нанести внутри и хочу посмотреть, какой эффект мы получим. Также вы тоже сможете у себя показывать разные эффекты с помощью теней. Так, здесь у нас есть буква, цифра 3 или буква Z, ну, здесь, да, как вы все помните, везде. Вы тоже можете ее проработать и вот таким образом. Ну, можете, допустим, тема вот насилию нет.
И такие вот иллюстрации, они будут действительно передавать больше эмоций, чем просто красивая девочка, ну, стандартно овального лица. Так, теперь давайте подумаем, какую прическу здесь проработать для этой нашей девушки. Кстати, можно даже здесь проработать и линию носа. То есть вот как-то хочется. Вот так, чтобы она была у нас такая прям, знаете, нестандартная. Ведь всегда ценилась нестандартная красота. Вот, например, Фрида, да, или Коко Шанель. Ведь это женщины, которые не слишком прям вот отличались какой-то блистательной красотой. Или вот, например, Гала, жена Сальвадора Дали. То же самое. Да, и здесь я, например, уже проработала более высокие скулы. Вот так мне видится и хочется. Вы, кстати, можете проэкспериментировать также по-разному. Здесь можно такие слипшиеся ресницы кукольные нарисовать. Ну, то есть, опять же, смотрите по стилистике, как вам хотелось бы самим. Пробуйте по-разному. Давайте подумаем, что у нас здесь. Ну вот, честно говоря, я вот как-то вижу какие-то такие реально вот кудряшки, которые ее вот просто, она такая тоже, можно и веснушки какие-то сделать. Ну вот, представьте даже это вот в цвете. Это будет вообще реально круто. Так что прорабатывайте, дорогие друзья, фэшн-иллюстраторы, начинающие, либо уже которые двигаются в этом направлении. Не бойтесь экспериментировать, потому что это очень круто. Вот, и у нас получается вот такая забавная девушка. Здесь у нас можно, здесь можно поместить какие-то такие сережки с бахромой, нестандартные. Вот, такого плана. И мы получаем фэшн-иллюстрацию совершенно какого-то нового уровня, не такого, как мы привыкли. И все это, дорогие друзья, благодаря тому, что у нас абсолютно новый подход к форме лица и к типу лица и к форме головы. А сделали бы вы обычную модель, это было бы, возможно, не так интересно и актуально. Но здесь вы можете дорабатывать тенями. То есть вот такая вот графическая наработка, она действительно вам позволит стать более широким фэшн-иллюстратором в плане, как вот, ну, я не знаю, как специалиста, что ли. Вот, так что, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и напишите, какой вам тип лица больше зашел и понравился. И какой бы вы хотели, чтобы я сделала в следующем ролике. Ставьте лайки и делитесь моими видео с вашими друзьями. На сегодня пока-пока. Всех люблю и целую.